Ну что ж, уважаемые зрители, продолжаем с вами прохождение игрушечки Stasis Bone Totem. Bone Totem. Странно, что именно Bone Totem'ов мы пока не наблюдаем по игре. Ничего я такого не видел, именно завязанные на скелеты. Есть некоторые особенности, да, с тем, что с трупов частично сползает кожа и... плоть как-то куда-то в стороны уползает. Это мы с вами видели на монстре наверху. Ну, не на монстре, а на жертве, видимо, так. Также мы видели, что что-то пытается выбраться из мешков с трупами. Так что, возможно, как-то это, может быть, и подсвязано будет с костями. Ну, типа, что, а что еще остается, когда вся плоть от тебя убежала. Хорошо, есть планшеточка, есть стеночки. Косточки, видимо, будут позже, действительно, мне так кажется. Давайте изучать лабу. Что тут, куда тут? Это, наверное, будет инфа там пополезнее. Я так понимаю, именно в этой лабе работала Иветта. Ну, то есть не в самой нижней лабе, а вот здесь, которая при станции. Видимо, она просто была... подзапечатано, как место, откуда поднимался колокол. Хорошо, поехали. Кей Эльспас, биохимик. Что-то прям с ней явно что-то не так. Ладно, Круэлла де Виль немножко сдает. Я бы сказал, да. Получается, что под землей там прям другая лаба, а здесь своя такая маленькая местная. Ну, что-то такое, видимо. Я постепенно привыкаю к патологии, возникшей у меня после инцидента. Мне кажется, что своеобразная петля, которая затягивается вокруг моей шеи, обострила мою интуицию и придала новые силы. Может, это катастрофа, знак, что мне нужно прыгнуть выше головы? Недостаток в том, что не с кем толком проконсультироваться. Здешние научные сотрудники работают над мелкими задачами, а остальные — это какие-то мордовороты, прирученные только к ручному труду. Разве что барон — эксперт по оккультизму. Правда, нам запрещено обращаться к нему напрямую или смотреть ему в глаза. Какой-то авторитарный идиотизм, честное слово. Впрочем, даже в одиночку мне есть над чем поразмыслить. Например, я придумала, как превратить свое проклятие в преимущество. Интересно, как оно повлияет на другую биологическую материю? Надо только найти подопытного кролика. Например, повара, что рыбачит на краю платформы. То есть с ней уже происходили какие-то видовые изменения или что-то такое, и ей было по приколу хотеть всех тоже заражать этой дрянью. Любопытная логика. Это делал биохимик, который, кстати, наверное, что-то должен знать о биобезопасности. Или как? Ладно. Отчет. У меня нет доступа ко всем материалам Мула, но у моей должности есть свои преимущества, например, общие образцы. В частности, старый проект Шейлы, что проводился на базе Альфа, судя по модели, рудиментарные органы оказались бесполезными. Вместо глаз у образца были пузыри с жидкостью, а ноги были разной длины. Но Шейла — это не самое важное. Всего лишь один из этапов эволюции. Наше спасение — Терепедия Сахалинская, разряд 139. Однако я лишь рядовая послушница Кейна, и к таким ресурсам у меня нет доступа. Окей. Кому? Курту Даррену. Срочно. Мистер Даррен, я понимаю важность рабочего протокола, но ваше невежество ставит под угрозу мою работу и мое здоровье. К сожалению, руководство занято строительством базы Омега, а мне приходится просить вас о помощи с поставками препаратов для кальциевых инъекций. Кур Даррен — это механик, который грузы принимает, и он ей заказывал пару кальциевых инъекций. Прошу не путать их с какими-либо там диетическими добавками. В моей крови содержатся наниты, и без регулярной инъекции кальция они попросту раскрошат мои кости. А затем соберут осколки в аморфную массу. Процесс довольно неприятный, долголетию он явно не способствует. Если в следующей партии не будет нужных мне препаратов, я сделаю все необходимое, чтобы вы остались без работы.
а вашу мать переселили в трущобы. От этих инъекций зависит и моя жизнь, и ваша карьера, так что постарайтесь выстроить приоритеты правильно. Где? Ну, что-то, конечно, шебуршит, но шебуршунчики на заброшенной базе вполне нормальное явление. Так, личный журнал. Не хочу хвастаться, но я добилась блестящих результатов. Мои наниты поспособствовали возрождению клеток в образцах костного мозга и продолжают размножаться в здоровом темпе. Более того, новое образование продолжает расти в геометрической прогрессии. Скоро его структура станет достаточно сложной, чтобы запросить первичный биологический анализ мертвых тел. Ну, пока не особо. Мне удалось синтезировать PS-139 из останков, которые доставили для барона. Ну, барон-культист? Да, это было во вселенной, как бы, ничего удивительного. То, что она нанитами этими какими-то. Ну и да, она рядовая послушница. У них у них много разных баз. Они там даже устраивали что-то вроде культа Кейна. Да, кстати, между делом. Они, по-моему, то ли его выращивали, клонов Кейна, то ли что-то такое, но там была секта Кейна, да. Но тут и многие так, им прошивают периодически мозги, и они начинают быть послушными рабами культа, да. Это в порядке вещей. Но это как бы все объединено с предыдущими играми, и там тоже такое было. Глядя, как мое творение взрослеет, я испытываю гордость и облегчение. Это мое величайшее достижение, одно из немногих с тех пор, как мы прибыли сюда в погоне за сигналами. Стоит также признать, что я немного злорадствую, ведь я оставалась здесь, хотя доктор Аль-Кабур пытался заменить меня на доктора Ямаду. И, по-моему, доктор Ямада был в предыдущей части, хотя я могу ошибаться, мы довольно давно проходили. Это печально, но предсказуемо. Людям свойственно завидовать чужим успехам. Из-за смены приоритетов мой эксперимент и всю связанную с ним документацию перераспределят. Барон присвоит ее себе, а образец перенесут в его лабораторию. Мне, в лучшем случае, посвятят небольшую сноску. К счастью, благодаря моей дотошности у меня сохранились копии исследований, и я с ними так просто не расстанусь. Если Кейн не хочет признавать мои заслуги, то я найду кого-нибудь более сговорчивого. Ну, здрасте. Это третья игра в серии. То есть есть, по сути, целая франшиза от одной и той же студии. Это Stasis, Кейн и вот эта новая часть Stasis, Bone Totem. Так что тут все игрушки, они объединены одной общей вселенной. Так что как бы так. И отсылки на предыдущие игры звучат, потому что доктор Ямада точно был в предыдущих частях. Да, да, потаскала. Короче, там был культ Кейна, они пытались воплотить его, но они, по-моему, там по-разному. Один вот как раз, но я не помню, барон или нет, но кто-то был из культистов, кто через там всякое вот эти педали там пытался. Ну, опять же, лаборатории, все, все вот это было, да. Так, ладно, давай дальше. Личный журнал. Я связалась со старым знакомым на муле. Он готов поделиться со мной наблюдениями. Прекрасно. Сообщение кому? Сиду Мейсону. Слушай сюда, говна кусок. Я лично сдам тебя барону, если ты опять неправильно утилизируешь мои образцы. Это Сид Коржик. Это Коржика она ругает. Не хватало только, чтобы всякие базорожденные ублюдки совали нос в дела компании. Немедленно говори, кто еще в этом замешан, иначе я распоряжусь бросить тебя в карцер. Понял ты?
на Горлума. Ну, на незаконно рожденную дочь Горлума и Круэллы де Виль, да. Обрвали, обрвали. Так, хорошо. Мало мне было... Да я знаю, что Круэлла де Виль. Ну что, что, что. Так, хорошо. Мало мне было хлопот с его светлостью бароном и его жопно-шильным синдромом. На этой ржавой посуде ничего толком еще и не работает. Такая прям... Все вокруг одна я Д'Артаньян, короче, понятно. Экипаж только и делает, что мешает мне работать. Если Кейн прознает про мой замысел, у меня будут большие проблемы. Я дала понять своему связному, что время пошло. Так, кому? Стивену Кэмерону. Мистер Кэмерон, поспешите ко мне в лабораторию. Эвакуация закончится через несколько часов. Деятельность мула прекращена, колокол отозван. Вам поручается перенести важное оборудование на борт Себастьяна. Я занята обработкой и сбором критически важных документов, но успела пометить для вас необходимые устройства. Считайте это компенсацией за то, что ликвидировали мои образцы хордовых. А хордовые — это рыбы. То есть он рассказывал про рыбу, да, и тут кто-то, ну, как бы образец ликвидировал. Потому что рыба на него смотрела осмысленным взглядом и чуть ли не разговаривала с ним, как бы, да. Да-да, ваш дружок запел как соловей, стоило мне на него слегка надавить. Если признать вину, у вас кишка тонка, то я надеюсь, что вас мотивирует хотя бы перспектива избежать квотирования пищи и воды длиной в несколько недель. Отчет. Планшет K-Elpas номер 87112. Копирование на устройство. То есть она копировала все свои данные, делала копии своих исследований, чтобы ее как бы в сторонку не задвинули. Я записала код к хранилищу с опухолевой массой в одном из отчетов. Вот только куда я его дела? Ладно, неважно. Данные исследования зашифрованы на диске. Этот планшет я оставлю здесь на всякий случай возвращения. Вперед, к светлому будущему. Ну да, это немножко странно. Короче, на этом диске... А, это пустой диск. Записи о скелете. Ну, короче, где-то код будет, который нам нужен. Хорошо, найдем. Мак, посмотри. Какая-то древняя штука, как будто ископаемая. Явно не человеческого происхождения. Мне здесь нравится все меньше и меньше. Пякнулось? Ну, наверное, пякнулось, да. Я даже не представляю, что значит, но, по-моему, у нее как минимум потихонечку кукушечка. Куковать начала, да. 180 код. Костяные фрагменты. Они живые? Это инопришленцы, что ли? У него, смотри, короче, по черепухе, в черепухе какие-то костяные эти шабуршунчики появились, да? Какие-то костяные шабуршуны. И оно вот расползлось и видимо, действовать начало самостоятельно. Хорошо. Прикольно. Ладно, ширмы. Угу. Не, просто смотри, тут как бы вот рентген черепа, а в черепе сидит вот эта вот красота. Какие-то паразиты. Угу, прикольно.
Ладно, разберемся. А комнаты разделены прозрачными ширмами. Вход они не переграждают, но дают понять, что внутрь пускают только с особым пропуском или оборудованием. А кто меня сейчас остановит? Мягкое покрытие на полу и стенах позволяет не повредить ценные или хрупкие предметы, которые попадают сюда для изучения. Покрытие размокло от утечек, и ходить по нему неприятно как для ног, так и для ушей. Это точно инопришленцы. Смотри, у них тут и тарелка летающая есть. Заградительный камень вулканический. Где? Подожди, где я это видел? Заградительный камень. Вулканические породы, которые мы нашли, только на... резьба на... сделана при помощи неизвестного инструмента. Ля, ты смотри, что у них тут делалось, а? Диск с гравировкой. Огромный диск с замысловатой гравировкой. Судя по всему, это работа современного оборудования. Некоторые знаки изображены на поверхности, нам неизвестны. Может, это звездные врата какие-нибудь? Чарли, что это? Я не знаю. Что-то древнее? И Кейн, оно не имеет никакого отношения. Тут все к нему имеет отношение. У нас с тобой разное представление о красоте, медведь. Короче, ладно, это перевод. Это пытались переводить. Вот тут тоже часть кода. То есть 108 это начало, да, видимо. 09. Чё? Мы сейчас какую-нибудь ктулху вызовем, скорее всего, да? Среди бумаг лежит снимок каменного саркофага, внутри которого заключено изуродованное тело. Стол завален документами, записками, заметками, а также оккультными книгами, научными журналами и цифровыми кассетами. Ты знаешь, после некоторых проектов а-ля Last of Us 2 и еще некоторых многих, это нормально. Это нормально. Вполне. Так. Саркофаг. Черный монолит неизвестного происхождения, опутан сплетениями резных костей. Ой, ли резных ли? Ну, тут мелкие ктулханьяне. Так, хорошо, давайте посмотрим все-таки повнимательнее с этими делами. Потому что тут тоже какие-то обрывки записей. Проект он закрыт, но в нем лежит вот это вот. Короче, смотри, я тебе сейчас расскажу, что тут было. Тут было все как... На вот этой хрени прилетели сюда марсиане. Но они еще как бы не знали то, что внутри них этих марсиван. Ну, короче, они привезли в саркофаге свою королеву-матку, вот эту вот, которая лежала в саркофаге, а внутри нее развивалась новая жизнь. Вот, и вот эта хрень выползла и устроила тут вот это вот все. Потому что, смотри, на этих рентгенах видно, что вот это вот с черепом лежит тут, да, вот оно лежит. А у него в черепе еще что-то сидит, короче. Ну, это как вот, там, знаешь, это вот... Открыл сумочку, достал кошелочку. Открыл кошелочку, достал кошелечек, короче. И там внутри вот денежка. Вот, и вот так вот и получилось, да. Кого привезли? Кого-то привезли. Чужих. Ну как, чужие. Должны же тут быть чужие, по-любому.
Ля, ты смотри, там что-то дышит. Это микроволновка? А там кошка она, да? Кошечка. Поместите сюда генетический образец, мне говорит картинка. У меня нет никаких образцов. Я не знаю, туда что, плюнуть надо или что? Что туда надо сделать? Четыре числа, да? Понимаю. Один восемь ноль девять. Один восемь ноль девять. А зачем мне туда что-то? Вот это надо, наверное, туда поместить. А чё такой грустный? А типа не рад, говорит. Я так классно его тут хранил, а ты вот залез тут. Опухолевая масса. Эта бесформенная масса, кажется, шевелится. Похоже, ее вырастили из костного мозга того странного скелета. Но она нанидами плюнула ему в костный мозг. Нанитами ему плюнул в костный мозг, он начал разрушать костяную пижню, и она начала мутировать в эту массу. Диск с зашифрованными данными. Слушай, оно там что-то жрет. А может, давай назад запихнем, пускай там как-то понадежнее лежало. Оно мне не внушает доверия. Ладно. Ну, мне генетический материал надо было, конечно, загрузить в турельку. Да, и так сойдет. Да, пойдем дальше, хорошо. Нормально. Мне этот генетический материал надо загрузить. Ну, данные о этом генетическом материале надо загрузить в турель. Это логично. Делать этого я, конечно же, не буду. Просто проблема в том, что я хочу так сделать, чтобы нас что-то убило. Понятно, что и когда мы загрузим... Возможно. Я не помню, кстати, смотрел, не смотрел. Наверное, смотрел. Когда мы загрузим данные в турельку, но без генетического материала, она перестреляет все живое вокруг. А с генетической она будет охотиться только вот на эту вот жижу, которая там. Давайте разблокируем.
Но не будем вставлять диск. Не хватает питания, да? Разряженный элемент питания. Вот теперь все, я примерно понял, что делать. Похоже, предохранитель свою отработал. У меня вопрос, а его не смущает, что дождь на улице? Ну как бы, что все это влажное, что это может ёбом токнуть, нет? Типа, и так сойдет. Ладно, нормально, нормально. Что такое техника безопасности? Не, не слышали. Позади меня что-то заработало, что-то разноцветное. Hope любила разноцветное. О, да смотри, что-то разноцветное в натуре. Над столом... голографический стол. Над столом зависла безмолвная призрачная проекция в виде рукотворной постройки на дне океана. Бля какая, ты смотри. Не то чтобы я прям очень понимал, что тут нарисовано, но... Ну, типа вот эта вот вышка, потом стойки этой вышки, а под ней вон улей, да? Как в Резиденте. Ну, типа такой ячеистая, да? Прикольно, прикольно. Так, укрепленный лифт. Что вот это такое? Это гвозди или что это? Если это гвозди, почему я их не могу выявить прутом, отогнуть доски, ну, что-то такого плана поделать? То есть из всей ситуации мне более всего нравится мужик. Вот он просто красавчик. Я, говорит, посижу на барже, отправлю вперед робота и женщину, да? Если чё, как пьян, встаю на лыжню, да? Логично, логично. Инструкция тут, конечно, максимально всратая. Ладно. Мне сюда надо медведя доставить. Без медведя, типа, не будет нам удачи. Сюда я никак не притащу человеков. А расстрел медведя как бы в наши планы не входит. Ну, блин, не знаю. Ладно, давайте вставлять в турель. Видимо, так задумано. Но чем мне это поможет? Ну, то есть, у них эта баррикада сделана из чего? Из костей вот этой твари? Или... Диск хочется повертеть на пальце. Я бы тебе сказал, на чем тебе надо повертеть этот диск, вот серьезно. Сейчас не понимаю немножко. Тут уже все сломато, да? Тут уже все поломато. Просто, во-первых, у меня вопрос скорее по вот этой двери. Неужели мы не можем
кибернетическим медведем, этим шестом или любой другой хренью ее просто раздвинуть. Ну, то есть, мне сюда не может пройти мужик? Мужик у меня сюда не может пройти? Это как-то максимально тупо. Тут особо-то взять нечего. И каких-то других проходов у меня тоже нету, да? Угу. Ну, получается, только турель запускать. Других способов я не вижу. Значит, не судьба им погибнуть от турели. Цель отсутствует. Ю. Подожди. Чё? И чё? Цель отсутствует. То есть мне теперь надо... вот эту... А, все, я въехал. Короче, дайте мне сюда эту... жижу эту. Как я? Котлету умную. Котлета. Пошли со мной. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Все верно. Вы правильно мыслите, товарищи. Смешная липучка, хочется с ней хочу с ней поиграть. А, короче, смотри. В зависимости от того, на кого мы переключены. То есть смотри. Если, допустим, парень смотрит на отвертку, он говорит: обычно у отверток удобные ручки, но это исключение. Хочется ею какому-нибудь дельфину по башке врезать. Если мы переключены на дамочку, она по поводу этой отвертки говорит, что маг ее швырнул дельфина. А если на отвертку смотрит мелкий, ну, мой пиздюк, то он говорит, что отвертки это детям не игрушки. Можно глаз выколоть. То есть прикольно. Опять же, финт такой, по каждой вещи есть свое мнение у каждого. Я только сейчас заметил. Ну, это нормально, Юрий. Где, черт побери, Чарли откопала эту дрянь? Это что, глаза? Или мне показалось? Окей, окей, прикольно, прикольно. Ну, ясно, хорошо. Ля, красота. Да, глаза есть, смотри. Оно даже живое. Но я это могу и подснять. Класс. А мог я какой-нибудь образец человека сюда наляпать? What the hell was that? Что это было? Я открыл дверь. Дверь? Чем открыл? Динамитом? Оружие это не игрушка. Он что, вооружен? Че ты ноешь-то? Он же тебя не стрелял? Пока нет. Я необычайно умный медведь. В смысле ты умный медведь? Это я все сделал. В конце концов. Умный он. Что ты до хрена умный медведь, слышь? Ладно, идем дальше. Но у меня сюда никак не может пробраться маг, получается, да? Вот, ну никак он сюда не попадет.
I'm here, Charlie. Я на месте, Чарли. Отлично, Моисей. Теперь нужно разобраться с терминалом в большом зеленом шаре. Сможешь? Я умный медведь. Тут, кстати, запись, наверное, не сильно меняется, да? Тут не особо меняется, но... Мне больше интересно, что медведь может сказать, исследуя все вот тут. На столе лежит странный скелет с кривым раскроенным черепом, явно слишком маленьким для взрослой особи. Так бывает. А с другой стороны, а чем мне тут медведь может помочь? Да ничем. И компы выключаются, да, когда мы уже с ними ничего не можем сделать. Ладно, нормально. Пойдем ломать комп. Я не могу сказать, что игруха сложная. Прям вот как-то сложная. Вроде бы не особо. Но львиную долю времени забирает вот именно изучение мира и чтение и все такое. Это... This place is not safe. Здесь небезопасно и грустно. Детям не положено здесь играть. This water is dark. Вода темная. Мне не нравится вода. В воде теряешь силу. Я знаю. Ты сможешь. Ты сильный и храбрый. Я говорю, вот ей надо было с медведем жить. У нее мужик ее вообще как-то тут не особо... Во-первых, ни авторитетом нормально не пользуется, да? Он ей сколько раз говорил, давай отсюда свалим, нафиг нам это все надо. И, в принципе, так и хочется сказать, ну, он же был прав, да, как бы в целом. Вот. Она с Мишкой там это... Усю-сю-сю-сю, блин. А муж как-то не особо. Ну ладно, хорошо. Не важно. Теперь у нас медведь, да? А как он взламывает? У него же лапки. Ну вот, серьезно. Connection secure. Соединение установлено. Перехват Брэдмаудера. Проверка выполнена. Переборки открыты. Чарли, компьютер говорит, что дверь открыта. Направляюсь к тебе. Хорошо, принято. Может, не пойдем? Нет, ну тебя-то хоть есть здравый смысл какой-то? Давай не пойдем. Алло. Я только что говорил, что у него все нормально с головой. Но нет! Я внутри. Тут протечки, будь здоров. Не обвалится? Вряд ли. Что строить на совесть Кейн умеет. Так, дайте-ка я им тоже тут чуть-чуть побегаю. На большой платформе должен быть большой экипаж. Что здесь произошло? Потому что они застряли внизу? Под водой? Но долго бы они не протянули под таким давлением. Смотря что там внизу. Очевидно, что там лабораторный комплекс. Коллекционный предмет. Найдена коллекционная видеокассета. Шо? Одна из 20. The Cave. Пещера. А это какой-то реальный фильм или... А как я ее нашел? Непонятно. Как думаешь, сколько там эта еда пролежала? Не знаю, сложно сказать из-за влажности. Как минимум пару недель.
На кухне полно припасов. Видимо, эти ребята планировали тут надолго задержаться. Ладно. Ничего по поводу голограммы не скажут? Они ж думают, что там под водой, а тут целая голограмма болтается. Rest in peace, Captain. Земле вам бухом, капитан. Да успокойся ваш разум, сплетение. You really think he had a Думаешь, у него был имплант вознесения? You never know. Ну, всякое было. Давайте выковырим. Ему он уже тем более не понадобится, а мы могли бы и продать. У нас, в конце концов, целая куча проблем со счетами. Все, назад дороги нет. Those bodies. Эти трупы. Maybe a shark Может, attack? Это акула? Wounds are too uniform. Тут раны другие. Акули зубы рвут нахер плоть, как куча грелка. Майк, прошу не выражаться. А что с тем парнем наверху? Какие у него раны? Да, там несколько по-другому. Но вряд ли несчастный случай. Может, кого-то типа крыша поехала. Может, и поехала. Хорошо. Почему я бегаю? Какого черта? Ты когда-нибудь... No. Нет, нет, никогда. Never. Я почему сюда бегаю? Потому что иногда вот есть такие скриптовые фразочки, которые... ну, разному появляется. То есть ты должен обязательно побывать, чтобы это как-то зафунциклировало. Причем разными персонажами. Ну ладно. Думаю, пора завязывать. Мы понятия не имеем, куда этот хрень нас приведет. Вниз. А, ты меня прекрасно понял. Но на лодку я не вернусь. Можешь уходить, если хочешь, а я останусь. Черт подери, ты слишком часто рискуешь и слишком легко. А ты слишком легко сдаешься, даже когда на кону наша жизнь. Мак, хотя бы в этот раз доверься мне. У нас больше ничего не осталось. У нас больше ничего не осталось. А, ладно. Ладно. Но я говорил. Что это плохо закончится. Конца игра не видать. Тебе доводилось бывать на такой глубине? На такой глубине? Ну, например, в крюжере. Вообще ни разу. Это вообще ледник был.
На какой глубине? Отличный был улов. Спокойный, безопасный. Туда, брат, туда. Никаких сюрпризов. Никаких трупов. Мы на глубине? Да, там трупы. Надо же... Но пока что мы не... Пока что? Прости, Мак, но ты ведь знаешь, что я права? Ты ведь знаешь, что иначе мы в тупике. Мы не справимся. Мы под водой? Мы ненадолго, Мойс. Мне не нравится вода. В воде теряешь силу. А вот, хоть до медведя дошло. Ох ты, смотри, какая там хтонь сидит.